Всем привет, всем здравствуйте. Несколько сумочек на скидках. Это Calvin Klein рюкзаки. Это кожзаменитель, довольно-таки мягкий. Вот здесь они с такой надписью. Вот его фурнитура. Рюкзачки. Вот так они здесь смотрятся. В двух цветах. В цвете это так, 63 доллара. 60% скидка. И красненький. Тоже 60% скидка. Тоже 63. Стоил 158. Так, здесь что? Кожаные рюкзаки Зацак. Очень мягкая кожа. Но они вот здесь вот на шнуровочке. Тоже они со скидкой. 77%. 45 долларов. Стоили 200. Это кожаные. И есть один черный. Вот в таком цвете. Вот. У этого здесь замша. Нет, это не замша. Это такая, как мешковина ткань. Но он кожаный. И у этого тоже как мешковина ткань. То есть его можно перецепить вот здесь. Нет, нельзя перецепить. Так, хорошо. Tommy Hilfiger рюкзачок. 49 долларов. Это вот такой вот отдел. 60-80% от 60 до 80. Вот это Патришкин рюкзак, вот который мы сейчас выбираем. Вот в таком цвете здесь есть. Но он такой мягкий. Прям вообще руки от него не хочется отпускать. Цена 106 долларов он здесь. Это вот уже со скидкой. Ой, какой красавец. Так, что тут еще? Вот такая Патришенька. На цепочке платочек. $57. Вот скидка 60%, стоил 169. Вот здесь он такой. А вот он такой не очень сильно большой. Вот такой вечерний вариант. Вот такой вот клатчик Патришкин. Так, в какую сторону? Вот я его открыла. Ой, вы гляньте, 61%. Это уже чего он тут? Deal now. Нет, это уже сверху. Вот 40 долларов он стоит. Хорошая цена. И ручечка у него есть. Вот на цепочке прицепляется. Довольно так плотная застежка. Ой, классный такой. Вот такая Патришенька. Ну, она здесь с карманчиком. Внутри с карманчиками, здесь с карманчиком. Ручка у нее регулируется, это кроссбоди. Скидка на нее уже 60%, 74 доллара, 75, наверное. Вот такая кроссбоди Tommy Hilfiger. Это ткань, плащевка. Здесь карман, здесь общий отдел с карманами. С этой стороны тоже карман. Это плащевка, цена 34.13 сейчас. Вот такой красивый. Вот такая есть здесь Tommy Hilfiger. Вот такая приятненькая. Вот синевой отдает вот эта ручка, но вот эта черная. Здесь карман на замочке один, второй карман на замочке, он не расстегивается. Там также будут карманы, как и в этом. Цена его 34.13 также.
такой красивый-красивый. Сумка на пляж с кучей отделов. Всего-то навсего $40. И здесь карман, и здесь. Но она как клеенка. Вот они такие куртки делают, Calvin Klein. И здесь много отделов. И здесь карман, здесь отдел. И здесь карман, и здесь карман, и здесь карман. И здесь еще карман. И здесь карман. То есть она всех карманах, и сверху еще замок застегивается. Ну просто какая-то сказка, а не сумка. И цена еще волшебная. Вот она вот таких размеров. Волшебная Патриша Нэш за $71. Мягенькая такая. Вот это кожа такая вплетенная. Вот, ну внутри она как обычная Патришка. Внутренность у них у всех одинаковая. С этой стороны вместительный карманчик. Кроссбоди. Вот с таким ремешком регулирующимся. И вот с такими кисточками. Вот таких она размеров. Но очень объемная, очень мягкая. Беленькая летняя кроссбоди Calvin Klein из канвы. $51. Вот с такой ручечкой. Это сколько же процентов у нее скидка? 60. Это за сак. Это кожа. $45. Это, наверное, Michael Kors. А нет, Calvin Klein. Не разглядела. Тоже 60%, 51. Вот такой Calvin Klein. Это тоже канва. 55. Вот это тоже канва. И здесь тоже канва Michael Kors. Вот такой Calvin Klein. Ой, Michael Kors говорю. Calvin Klein. Ты вот из разряда хочешь сказать одно, а говоришь что-то другое. Классненькая такая. А по стоимости ты нам что скажешь, дорогая? А по стоимости 60% скидка, 59. Ну, 60 нужно что-то сказать. Такой Calvin Klein. 55. Такая канва Calvin Klein. Так, 59. Плечатая Патришенька. Вот она, красавица, стоит. Немножечко другая, чем в тех магазинах. 106. 60% скидка, $269 была. Еще вот с такими кисточками. Такая Патришенька. Мягенькая. Приятная такая. Радикюльчик $75. Не очень большая. Ой, куда-то я ее понесла. Зеркало в другой стороне. Вот такая. Ларчик просто открывался.
Вот таких-то патришеньки здесь две. Таких как квадратненькая. Сколько мы ее там разглядели стоимость? Вот она. О, оно прям так классно. Ремешочек же есть, что самое главное у нее. Вариант для театра. Прямо вариант для театра. Но здесь вот цену не видно. 98 ее было оригинальная. Но, по-моему, 40, если мне память не изменяет. Так, это не пойми, что тут. Это какие-то косметички. Прозрачный Michael Kors. С черненьким. Это я тоже не знаю, что такое. Кто любит здесь этот пицлайдер? О, can you give me this, please? Thank you very much. Вот это кожаная ДКНЮ. Я попросила, чтобы она сходила, проверила, кожаная это или нет. Вау. Она проверила. И это кожа. Так, что там с карманчиками? Да, карман под замком есть для документов. Здесь карман для телефона. Есть большой вот такой. Вау, красивенько так смотрится. Ручка вот эта симпатичная. И цвет такой прям. Что за цена это у нас? И здесь кармашек. А со скидкой в 60% $71. Ну, такая прям классненькая. Мне даже понравилась самой. Но сильно ее не рекомендуется будет наполнять, потому что вот этот замочек одной рукой неудобно, как всегда. Он на кнопочке, сейчас попробую ее двумя руками. Я проверила, очень хорошо он застегивается. Просто неудобно левой рукой. Просто левой рукой было неудобно. Вот это вот такая выработка дорогая. Классная сумка, классная сумка. И вот, наверное, уже крайняя сумка. Это The Sac. Это недорогой бренд. Очень мягкий. Цена его $35. Для кожаной сумки это, в общем-то, ни о чем. Посмотрите, может быть, это чья-то прям расцветка. Кого-то она порадует. Так, интересно у него. Да, голубая подкладка. Вот он, The Sac. И витрина с 20% скидкой на... The Sac — это кожаные кошельки на одной молнии. Можно сказать, что это рислет, потому что можно на руку его вешать. Голубая подкладочка. Кожаные кошелечки. Кармашек толстенький здесь. Ой, много денежек можно положить. Здесь карточки, денежки. Здесь монетки. Вот такое у него красивое личико. Их тут несколько, и вот таких две сумочки. Кстати, по цене он стоит 79, 20% скидка, он получается 63. Где-то здесь надо эту цену разглядеть. Где-то вот здесь. Вот здесь, смотри. Вот здесь где-то. И вот это, не вижу, сколько стоит. Где-то цена вот здесь, сколько это. И вот будет скидка сверху. Это тоже рислет. И это тоже... Плюсом еще и к разводе. Кожаная сумочка. Вот такая.